Томми, Хиллари занимает слишком много места. А вот и нет. А вот и да. Эй, заткнулись оба, иначе пойдете пешком. Вот именно, Хиллари. Ради, Фил, хорош взмахивать этой штукой. Покатайся вокруг квартала, хорошо? Хорошо, Томми, хорошо. Это ограбление! Никому не двигаться! Все лицом к стене! Фил, держи их на прицеле. Понял, будет сделано. Идем, Кен, хранилище наверху. Это же Flash 9000! На его взлом идут часы. Или же 5 минут, если ты найдешь менеджера. Пойду поищу его. Фил, все пучком? Конечно! Все под полным контролем! Ты пойдешь со мной. Хорошо, хорошо, только не стреляй! Я сказал никому не двигаться! Это замок с шестовым механизмом! Вам будет легче сдаться! Блин, да этот механизм я смогу обойти. Затем нам понадобится ключ доступа, и все будет готово. Стой здесь, что-нибудь вычудишь, и ты труп. Я сбегаю к Филу и вернусь.
Я же говорил не трогать кнопку тревоги! Спецназ приедет с минуты на минуту! Мне понадобится помощь, Томми! Это спецназ Вайсити, мы полностью окружены! Окружены? Сами же себе подсирают продажные ублюдки! Томми, хранилище открыто! Отлично, весь пенсионный фонд спецназа у нас! Сваливаем отсюда! Они начинают штурм! В укрытие! Это последний! Пошли, пошли, пошли! Хиллари, сейчас я ему еще один комплекс сделаю. Эй, ребята, залазьте, я прикрою. Мы богаты! Готовы! Томми, сделать тебе массаж? О, привет, Мерседес! Да, я немного напряжен. А что я говорил, Томми? Что говорил? Спецназу нужно смотреть в оба, когда Кинг-Пол в городе. Ну уже не жадничай, приятель. Давай, мне еще нужно новых шмоток прикупить.
Томми, мне очень понравилось с тобой работать. Я так не веселился со времен Вьетнама, дружище. Короче, если что-то понадобится, просто позвони мне, слышишь? Я всегда помню тех, с кем служил. И уверен, что смогу тебе помочь. Слышишь? На крыше фабрики мороженого Cherry Popper происходит одна очень важная сделка. Устраните всех, кто в ней участвует, укрепите товар и доставьте его на вертолетную площадку в аэропорту. Слева от вас есть ворота, которые ведут на территорию фабрики.
Похож, ты новый хозяин? Из какой ты банды? Может, картель? На мексиканца ты не похож. В любом случае, думаю, тебе стоит захотеть речь о том, что все изменится к лучшему. Блин, может, даже припомнишь одного из водил. Только поосторожней с Тедом, он недавно залечил грыжу. Ну, в общем-то, да, скоро изменится, дамочка. Херня это все, сынок. Доверь это дело мне. У меня все-таки многолетний опыт. Итак, внимание. У нас новое начальство, и теперь у нас здесь все изменится. Наше новое начальство? Из какой банды? Ну, вообще-то, я не состою в никаких бандах. Как чертили тебя зовут, пацан? Версети. Томми Версети. Наше новое начальство – банда Версети. С ней у нас точно не будет проблем, капишь? Отбой. Тебе нравится, капишь? Мне нравится, капишь. Итак, весь мир здесь все устроено. Мы работаем в обычном режиме. Если появятся проблемы с конкурентами, то ты выбиваешь из них все дерьмо. Потом они выбивают дерьмо из нас. Потом ты снова выбиваешь дерьмо из них. И так далее. Понял? Да, наверное. В общем, можешь взять такси в гараже и считать, что ты уже свой. Фил? Беги! Беги! Никогда не подноси к открытому огню! Бумшайн Фила Кэссиди! Охереть, Фил! И ты это пьешь? Черт, его даже пить не обязательно! От одного только запаха может башню снести! Слушай, Фил, ты говорил, что сможешь помочь с оружием. Не вопрос. Есть тут один мексиканский торговец стволами. Мы с ним вместе когда-то работали. Он как раз сегодня товар привозит. Протарань его грузовики так, чтобы из них выпал товар, а затем подбери его. Заодно сделаешь мне одолжение. Ну а потом прикончи его.
You are hardly worth robbing. Man. Yeah.
Томми, это Фил. А теперь забудь всю эту херню и послушай меня. Слышишь? Отлично. У меня тут есть особо забористый бумшайн. Он уже почти добродил, и я подумал, может, ты хотел бы продегустировать его. Серьезно, Томми? Если хочешь выпить или от чего-то избавиться, эта вещь сделает из тебя мужика. Из меня уже сделала. Хотя я и ослеп на один глаз. Я буду ждать тебя, слышишь?